Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. И канал мой, девчата и ребята, Татьяна Беликова называется. Хочу показать, что же у меня получается. Завязала. И вот что уже провязала. Вяжу из пиона, девочки, мальчики. Вот такие ниточки. Это хлопок у нас. Девчат, покупала в фикс-прайсе за 2 моточка 59 рублей было. У меня его очень много. Здесь получается вискоза 30 и 70 хлопок. Вот эти моточки по 40 грамм, да? 250 метров. Ну, тут, может, чуть меньше, не знаю. А в магазине я покупала такие же моточки за 1 моток 80 рублей. И вязала Вере платье, тоже белое, в 4 классе, на выпускной. Пока вяжешь, да, пока вяжешь его, пиончик этот, вот такая шикарная ниточка, девчата, всем рекомендую. Она кажется как бы грубоватая, но когда постираешь уже готовое изделие, оно приобретает эластичность, мягкость и, знаете, очень-очень приятное к телу. Но я вот завязала, не знала, что это у меня получится. Вяжу вот такой крючочек, у меня китайский 1,75. Кстати, очень классные крючки. Я заказывала их, по-моему, на Пандао. Набор. Набор, девочки, был у меня. Долго-долго они шли. Да, вот в таком вот пакетике пришли. Ничем не уступают крючочки каким-то импортным крючкам. Вот я тоже вяжу. Сейчас покажу. Там образец я вязала на полторашки, а платьица вяжу 1,75. Очень нравится. Вот эта часть скользит. Головка хорошая. Ну, вот рекламу дала на крючки. Кому надо, особенно, знаете, начинающие, кто только начинает крючками вязать, крючком, заказывайте, девчат, вот такой набор. Вы просто не пожалеете. Он дешево стоит что-то, но очень хороший. Я держу вот так руку, крючок в руке. Не вот так. Ну, даже так, если кто держит, видите, выемка где? Под пальчик. Очень удобно. Рука не устает. Я вот так держу. Я держу вот как ручку, и он у меня только мелькает. Вот, ничего нигде не цепляет, девчата. Единственное, пластмассовая ручка. Нужно следить, не разбрасывать крючок. Если вы сядете или наступите на него, то, естественно, он тут же у вас, ручка лопнет. Ну, о крючке все. Но советую, девчата, особенно начинающим. Не надо покупать сразу прям дорогие крючки. Если уже поймете, что вы окончательно и бесповоротно будете вязать крючком, тогда, конечно, можете уже заказывать. Это мой просто совет, я по себе знаю. Вот я вязала платьице. Значит, у меня получается два круга, два раппорта. Я вывязала, значит, кокетку. Девчат, сначала сделала вот здесь соединение без подрезов, но посмотрела, мне не понравилось. Некрасиво. В любом случае, при круглой ли кокетке, без круглой ли кокетки, на подрезы обязательно нужны дополнительные петельки. Вот здесь на подрезы я взяла вот один элемент, одну, то есть лилию добавила, девчат. И здесь, естественно, видите? Вязала, девочки.
Вязала вот по этой схемке. Схемка есть у меня в Одноклассниках, есть в сообществе. Там такой вопрос у меня был. Таня, как ты вяжешь вот здесь дальше и без расширения? Мы, когда вяжем нашу кокетку, мы расширяем. Вот здесь, вот по этой вот схемке мы вяжем кокеточку. Вот здесь мы набираем вот 5, да? 5 столбиков. Вот они у нас, 5 столбиков. Потом 3 столбика, 5 воздушных, 3 столбика. И вот под вот эти вот воздушные мы здесь набираем, видите, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 6. Вот 3 подъема, это столбик. 6 столбиков. И между ними у нас получается 5 пышных столбиков. Вот уже пошло расширение. В каждой лилии на один столбик у нас прибавилось. Вот это мы делаем кокетку, расширяем. Вот, вот потом вот обвязку делаем, провязываем таким вот образом один круг или второй круг. Если взрослая вещь, там может быть 3 и 4 круга, смотря что вяжете, с каких ниточек. Когда я перехожу на тельце, я уже вяжу вот по этой вот кокетке без расширений. То есть вот здесь вывязываем 5, 3 столбика, потом 5. 3 столбика, 5 воздушных петель, 3 столбика. И под них, вот под воздушные петли, я уже набираю не 6 столбиков, девочки, а 5. И у меня получается всего лишь 4 пышных столбика. Вот здесь, если у нас вот по этой вот схемке, да, вот по этой вот схемке у нас вот здесь получалось 3 арочки над пышными столбиками. Смотрите, даже 4. 4. Вот 1, 2, 3, 4. 4 арки. Ой, не вру, вру, вру. Вот они, 3 арки, 3 арки. И между лилиями вот здесь вот будет 4 арочка. То есть правильно, 4 арки, вот они получаются. Над лилией, то есть 3, и между лилиями 4. Вот за счет этого идет расширение. Здесь же, когда мы провязываем 4 элементика, вот здесь у нас не 6 столбиков, а 5, мы, то есть, не добавляем 6 столбик сюда. 4 получается пышных столбика. У нас получается над пышными столбиками 1 арочка, 2 арочка, и между лилиями вот 3 арочка. И вот по этой вот схеме мы вяжем тело столько, вот, без расширения. Но если это кофточка, вот мы вяжем длину столько, сколько нам хочется, сколько нам нужно. Вот здесь, сейчас прям на этом покажу вам. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, 5 пышных столбиков. Здесь у меня пошло, видите, 1, 2, 3, 4. 4 пышных столбика. Все, я здесь больше примерять не буду. В общем, расширять не буду. Если же вам нужно расширение, как расширить, вот эти вот столбики, допустим, там одну или две лилии прибавить. Значит, добавляйте вот в этих вот столбиках еще столбики. Понимаете? Вот. Вот только таким образом. А как вязать прямое полотно японские лилии? Вот. Образец я вывязала. Ну, сегодня я постараюсь с вами провязать вот этот образец. Вот такая вот схема. Схема будет, девочки, я ее тоже скину в сообщество и в Одноклассники. По этой схеме вы вяжете без прибавок, то есть прямое полотно. Можете вязать кофточки, можете туники, можно вязать кардиган, все что угодно. Можно наволочку на подушку связать, если вам нравится вот этот рисунок. Я лично в него просто влюбилась. Вяжется легко, запоминается. Вот вы провяжете первый раппорт, но второй,
второй рапорт провяжете. Вам потом даже схема будет просто, ну, не нужна. Вы все это быстро откладывается в голове и вяжется просто уже на ура. Вот, девчата. И рисунок такой, что он подходит и к платьицу, и к кофточкам, да куда угодно. Вот куда угодно, девчата. Абсолютно. Рисунок очень красивый, смотрится очень красиво. Это у меня тоже пион. Вот это будем вязать. Сегодня я свяжу на камеру этот образец. Я его вот связала, отпарила. И он будет обязательно на моем канале. Сейчас я вам покажу, что я провязала по тулипчику, кофточку свою. Ну вот, девчонки, вам показываю свою кофточку из тулипа. Вот такая вот красота у меня получается. Вяжу ее медленно. Вот эти дни даже не вязала, девочки. Но я сразу говорила, что эта кофточка будет вязаться потихоньку. Потому что глаза очень быстро устают. Во-первых, пряжа тонюсенькая. Видите, какая ниточка? Это тут две ниточки. Вот она одна. Вот ниточка. Видите, узелочек у меня здесь. Узелки завязывать, потом надо вот эту ниточку сюда ввязывать, делать узелки вторую, вот в эту сторону делать узелки, чтобы они не распустились. Вот, видите, это я провязывала. В общем, это все спрячется. По кокетке я провязала раз, два, три. Вот это вот у меня четвертый круг. Четыре, то есть рапорта, девочки. Вот я провязала. Вяжу крючочек номер 2. Ну, это кловеры японские. Легкий-легкий. Крючок, конечно, замечательный. Тут реклама даже делать не надо этим крючкам. Шикарные крючки. И вывязала я уже росток. Смотрите. Вот я разделила как бы на рукава, повесила маркеры. Так, не видно. Вот у меня рукава я разделила. И вот от маркера до маркера, вот спинка моя, я начала вязать росток. Росток, девчата, я вывязала вот один рапорт, второй. И вот тут вот вяжу третий рапорт. Третий. В третьем рапорте я вот дошла до пышных столбиков. Мне здесь остается провязать, то есть, арочки и вот такие вот столбики. Вот здесь будут арочки у меня. Три арочки. И вот между лилиями четвертая будет арочка. И потом пойдут столбики. И потом буду соединять вот этот росток вот с этой частью рукава. Вот тут соединится. И вот получится мой рукав. Как я считаю, девчат, вот приложила, просто прям вот приложила, да? Я себе все упрощаю. И вот замеры делаю. Смотрите, у меня 20 сантиметров. Рука у меня 41 сантиметр. Окружность руки, вот самая высокая часть к подмышке, выше подмышки. Вот 20 сантиметров. Здесь прям вот просится. Ну, может быть, сколько-то там будет у меня подрез. Но я почему-то вот склоняюсь к тому, что я сделала большой росток, девочки. Большой. Один, кабы мне не пришлось его распустить. Смотрите, если оставляю 3... Видите, какой вот какой росток у меня получается. Ой, ну да, аж 10 сантиметров. Ну, нереально. Сильно я увлеклась вязанием и перестаралась, перевязала росток. Но примерка все покажет. Я примерю. Если я оставлю 2 рапорта вот этих вот в ростке, Вот эти два, вот один рапорт и второй. Вот приложу к нему, да? Смотрите, здесь уже вырез смотрится совсем
иначе. Вот эта часть, она же не должна быть под самую, как говорится, мозжечок наш, под самую голову. Должен же тоже какой-то проем быть. Маловато я набрала на окружность вот свою головы. Можно было брать больше. Но здесь вот два, если оставлять, два, у меня получится росток вот 6,5 сантиметров. Скорее всего, я вот этот вот рапорт уберу. Но он лишний. Вот он сразу его видно, что вот он лишний. Если его оставить, то горловина впереди-то будет нормально. Но спина, она будет упираться прям в голову, вот этот вот вырез. Но я думаю, девочки, вы меня понимаете. Поэтому здесь вот мне остается сейчас набрать, как бы высчитать на подрезы. Высчитываю. Как высчитываю я подрезы? Вот смотрите. Грубо объясню. Не так досконально, как потом буду объяснять. Вот 44 сантиметра у меня, да? 44. И по ростку сейчас возьмем. И по ростку 44. 44 плюс 44. 88, да? 88 сантиметров. Если вот так сразу вот соединим, будет 88 всего лишь. Ну, тут будет побольше, потому что она вот потянется еще. Нет, не 88. Вот так вот сейчас посчитаю. 50 и 45. 95. А мне нужно обхват моей бедер. Я буду по бедрам вязать. Если больше обхват бедер, чем обхват груди, я вяжу по бедрам. 120. Значит, 120 минус там 95, да? У нас получается так, 120 минус 95. 25 сантиметров у меня уйдет на подрезы. Не хватает. 25. 25 делим пополам. Это 12,5 сантиметров будет у меня один подрез. 12,5 сантиметров. Что я делаю, девочки? Вот по моему ростку ложу. Вот 12 сантиметров. Видите? Сколько у меня лилий? Считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, на один подрез мне надо вывязать 5 лилий. И на второй подрез то же самое сделать 5 лилий. То есть, когда я буду соединять вот эти подрез и вот этот рукавчик, вот между ними я наберу петли на 5 лилий. Ну, я думаю, доступным языком объяснила. Если кому-то что-то непонятно, пишите в комментариях, спрашивайте. Я обязательно прям еще более подробно. Ну, когда я буду делать уже обзор по готовой кофте, я все подробно. Я записываю, девочки, и все потом расскажу. Но я думаю, что я сейчас объяснила уже прям вот понятно. Вот так тулипчик держу. Видите, в чашке вот так. Если он упадет вот сюда в чашку. Не запутается нитка, потому что нитка скользкая, но очень, зараза, приятная. Гляньте, какая красота с нее получается. У меня две упаковки вот этого цвета. Я посмотрю. Ну, я думаю, что у меня даже останется. Платье-то я вязать на себя не буду. Это будет туника. Ну, смотря сколько у меня останется в наличии, возможно, я потом свяжу платье. Ну, не себе, конечно, а дитю или внучке.
Посмотрим. Следующий процесс я вам сейчас покажу. Девочки, чуть не забыла. Вот японская лилия, образец, да? Без прибавок, то есть без увеличения. Если мы вяжем, допустим, круглую кокетку, мы увеличиваем. Вот по этой вот схеме вяжем. То вот это прямое вязание. Вот. Можно вязать кофточки, тунички, кардиганчики, все что угодно. Я вот связала образец, то же самое из пиона. Здесь крючочек 1,50, полторашка. Уже отпарила его. И вот этот образец я провяжу с вами на камеру. Он будет у меня на канале. Это для начинающих. Самый-самый начинающий вязальщица научится и будет его вязать. Он очень легко вяжется. Поэтому ждите, девчата. Это будет в последующих видео. Прям вот скоро-скоро. И схемку я добавлю в сообщество и в одноклассники. Это кто вот хочет научиться вязать крючочком. Это будет только для вас, мои хорошие. Все старания вам, к вашим ножкам. Вот. Ну и следующее вязание, следующий мой процесс – это платье. Это платье, девочки, вяжу я его. Кто еще не слышал и не видел. Вот с такой вот пряжи, карамелька, 175 метров в 50 граммах. Это акрил. Вот, 100%, девчата, я люблю акрил, я им вяжу и никогда не скажу, что он плохой. Цвет 190, цвет фуксия, очень красивый цвет. Девчата, вязала уже его и крючком, у меня на канале есть. От угла плед я вязала для внученьки секционной пряжей карамелькой. Это вяжу спицами четверка, по-моему. Да, четверкой. Посмотрите, как ложатся петельки. Видите? Петли ложатся, девочки, очень ровно. Очень ровно. Вот изнаночная сторона. Вязать очень приятно. Вяжется легко. Вот смотрите, вот какие ровные петли. Вообще, девочки, я вяжу средний, я не затягиваю, ну, не туго, но и не слабо, вяжу средний. Но вот само полотно мне очень нравится в лицевой глади. Я вывязала уже прилично ниже пояса. Ну, примерку сделаю, потом покажу на себе. Вывязывала вот росток. Сейчас, мои хорошие, вот так. Вот росточек. Здесь сделала двойную вот резинку по горловине. Потом сделала кетлевочку. Все как положено. Вот так кетлевка на изнанке смотрится. Видите? Вот все аккуратненько. И вот так она смотрится на лицевой стороне. Мне нравится, когда вот провязана кетлевка по горловине. Но вид другой приобретается. Если бы я сразу вот с лицевой глади перешла на резинку. Вот здесь все равно получается, девчат, не тот вид. Кетлевка все же, ну, нужно ее вязать. По реглану у меня 4 петли. Ой, так, 6. 6 петель. Да, 6, по-моему, петель. В общем, я забыла. Ну, конечно, 6. 4. 4 хотела, первый раз вязала и распустила. 6 петель по реглану. Сейчас посмотрю. Конечно, 6. 6 петель. Делала вот такие переплетения, девчата. Здесь вяжу по прямой. Спрашивали, вяжешь, Таня, выточки. Связала выточки. Вот они. Увидите, я надеюсь. Вот, видите? Вот одна. И вот она, девчата, вторая. Три двойных ряда я вязала. Посмотрите Ирочку Шургулая, как она вяжет горизонтальные выточки. Так и называется у нее.
видео, как я вяжу горизонтальные выпечки. Для меня здесь, ну, тяжелого ничего нет. Я ее прослушала один раз, и мне достаточно. Вяжется потом уже принципу, как мы вяжем росток. Вот, допустим, детские штанишки. Мы берем и на попочке, вот где к талии, мы вывязываем росток поворотными, то есть, ой, простите, задела камеру, поворотными мы рядами бежим туда-сюда и поднимаем вот по попе росток. Здесь такой же принцип. Центр груди, центр груди. И вяжу. Вяжу сюда, здесь делаю, захватываю 3 петли, разворачиваюсь, иду сюда, захватываю 3 петли, и вот таким возвращаюсь, и вот таким вот образом я делаю 3 раза, 3 двойных ряда. Насколько от проймы я начала вязать, девчата, выточки. Если маленький размер груди, то, конечно, от проймы там буквально надо вот немножко провязать и вывязывать выточки. Но если размер уже больше двойки, 3-4, то от проймы мы опускаемся ниже. Вот я вывязывала, вот смотрите, девочки, сейчас, так, чтобы мне положить, ну, я сейчас положу. Положим, сейчас положим с вами. Так, не найду. Давайте вот так вот сделаем. Ой, простите, опять задеваю я штатив. Вот, вот я начала вязать мои выточки. Вот от проймы, видите, сколько? 7 сантиметров я провязала. И вот... И это грудь, высшая точка. Ну, встали и замерили. Где у вас центр одной груди и центр другой. Вот, вот, девочки. 7 сантиметров от проймы вниз я начала вывязывать свои выточки. Я записала все, как я их высчитывала, как я их вывязала. Вот центр груди одной, центр груди другой. Просчитала, сколько здесь у меня сантиметров. Вот так. Слепая я еще. Вот, 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 вот. 24 сантиметра. Вот у меня расстояние от одной центра до другого. И вот здесь вот я уже высчитывала от боковых швов, сколько у меня сюда, сколько петель вот здесь по центру, сколько петель вот здесь будет, да, вот, вот от центра груди до середины, ну, до бокового шва. Вот у меня боковой шов, допустим, да, и вот начало моей выточки, вот, 17 сантиметров. Я захватывала 3 раза по 2 петельки, сокращала вот здесь и возвращалась. То есть я бегала туда-сюда, туда-сюда двойными рядами. Вот это все очень просто. Поглядите, Ира Шургулая, про выточки видеоролик, и вам все будет все понятно. Здесь, значит, у меня по тельцу у меня не будет, девчата, ни убавок, ни прибавок. Оно будет прямое платье. Ну, прямое будет, прямое. И вот здесь я хочу вот вывязывать, да? Вот у меня как бы боковая идет часть. Вот разделяет перед и спинку. Это спинка, это перед. Вот здесь по передней части... Что я хочу сделать, девочки? У меня будут идти, ну, типа рисунка, вот такие же будут идти переплетения. Только я еще не определилась, сколько их будет. Ну, однозначно, 3, может быть, 4 будет переплетения идти. Открываю вам тайны свои.
будут идти вот такие по 6 петель переплетения, и будут они в виде лесенки. Вот первое переплетение, там чуть ниже второе, чуть ниже третье. Посмотрю, 3, а может быть 4. Вот таким вот образом будет оформлен низ платья, только с одной стороны, с одной, вот с левой стороны. Вот это у меня будет. Но и сам низ платья, я думаю, что я буду закрывать вот такой же двойной резинкой 2 на 2. И по высоте, ну, вот такой же. Так, как вот здесь. Рукав, девочки, рукав. У меня две упаковки этой пряжи. Вы знаете, расход просто обалденный. У меня вот от начатого мотка, да? Сейчас я вам скажу, сколько я вывязала вот в это платье уже. Я вывязала всего лишь вот это четвертый моток. Вы представляете, какая она экономичная? Расход вообще экономичный. Вот 3,5 мотка ушло сюда, а я уже ниже талии провязала. Рукав, девчата, рукав я буду вязать, скорее всего, 3/4. Ну, ой, опять задела. Вот такой, наверное. Не люблю длинный рукав, потому что я их потом поднимаю. Вот так, наверное, рукав сделаю и по низу вот такую же вот резиночку. Вот так закроется мой рукав, закончится. Ну, это вот пока все. Все, что я провязала, я вам все показала. Новых процессов пока не завязываю, а очень-очень, конечно, мне хочется. Спицы, мои хорошие, на платье вот такие. Адиклик. Это мне присылали в подарок. Мои девочки-подписчицы, огромное-огромное спасибо. Я помню, когда я получила эти спицы, я не могла найти, где же. Ой, лесочки. Девчата там кричали в видео на той стороне. Каждый у себя дома. Таня, открой сзади замочек. Вот здесь все хранится. Спасибо огромное за такой подарок. Я сейчас не называю имени, кто прислал. Посылочка была. Давайте я оставлю ссылочку на этот видеоролик, где я получила вот эти спицы, посмотрите. А этому человечку я хочу сказать, что я помню и про вас, и про вашу доброту, про ваше золотое сердце. И помню те ощущения, вот как будто это было вчера, когда я в руках держала, открыла эту посылку и держала в руках вот эти спицы. Это, девочки, было что-то с чем-то. Вот представляете? Рекомендую пройти по ссылке и посмотреть тот видеоролик. И увидите, какие были у меня ощущения в тот раз. Я даже не представляла, что у меня появятся когда-то эти спицы. Спицы просто шикарные. Но вязать я ими стала, девочки, со второго раза. Первый раз, когда я их взяла, видите, какой кончик, вот такая лесочка красненькая. Кончики, вот. Ну, спицы это безумно красивые, легкие, удобные. Вообще, ну, нету слов просто. Дифирамбы им можно петь сутками. Первый раз, когда я их взяла вязать, я себе вот этим кончиком пробила вот здесь пальчик. Потому что я всегда вяжу, когда я вот так вот пропикивала. Китайскими раньше вязала, только китайскими спицами. Я всегда проталкивала спицу пальчиком. И этой спицей я себе дырку, помню, сделала. И потом они у меня лежали какое-то время просто
в сторонке, я ими не вязала. Видите, вот здесь вот гравировочка, вот номер, номер спиц, то есть она не стирается, ничего ей не делается. Ну, тут не увидите, конечно, я вижу, вот эта четверка. И со второго раза они у меня пошли, что я не стала уже пропихивать. Здесь скорость вязания на них, девчата, конечно, петельки вот сами они скользят. Видите, вот по спицам. В общем, спицы шикарные. Да что такое, я сегодня задеваю камеру. Шикарнейшие, девчата. Вот такие спицы, конечно, конечно, я бы пожелала вам, чтобы все имели возможность приобретения таких спиц. Те спицы, которые вам нравятся. На этом, девчонки, я заканчиваю это видео. Новые процессы, говорю, не завязываю, пока что-то одно не свяжу, а очень-очень хочется, но я себя сдерживаю. Я поняла уже давно, что 3 процесса – это максимум, которые у меня могут быть в работе, не больше. Потому что 4-й, он уже попадет в разряд долгоиграющих, а то и, знаете, уйдет в сторонку, пролежит, и потом просто я его распущу. Уже не будет того настроя, а я люблю вязать, чтобы изделие вязалось быстро, легко, с удовольствием, и чтобы я быстро увидела результат. Вот это я люблю. Я не люблю, когда это долго-долго, и потом переходит в разряд уже, ну, нелюбимых проектов, понимаете? Оно уже перегораешь, и все, уже не хочется вязать. Уже хочется что-то завязать новое. Поэтому эти вот процессы я буду вязать и буду вам показывать. Вот по платью будет подробная краткая МК. Тут, знаете, попетельно вязать нечего. Лицевую гладь все умеют вязать. Переплетения вот эти все умеют вязать. Про выточки я все записываю, девочки, и потом все-все подробно расскажу, сколько набирала, сколько ушло. В общем, будет подробный МК краткий. По кофточке из тулипа тоже будет краткая МК, потому что есть на Ютубе. И кофточки есть, и платье Александра Лукашев, или Лукашев. По-моему, так. У него есть платье Элизабет. Поэтому вот этот рисунок я буквально сегодня выпущу видео. Вот для вас, мои дорогие, чтобы вы учились и будете вязать потом с удовольствием. Поэтому, девочки, всем пожелаю ровных петелек. Любимой для вас пряжи и побольше. Любимых спиц и крючочков. Большого вам, большого вдохновения, чтобы оно у нас не кончалось никогда, чтобы приходили в голову новые мысли, новые идеи. Здоровья вам и всего самого-самого наилучшего. Подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. Ставьте пальчики вверх, ну, кто-то вниз. Пусть будет и вниз, и вверх. Пишите комментарии. Что непонятно или что-то вам интересно, спрашивайте. Я всегда отвечаю всем. С вами была Татьяна, и до новых встреч. Всем пока-пока.